Ақпарат құралдарының өкілдері орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз Қазақстанда тұңғыш рет құрылған қосымша құн мен шикізаттық емес өнімдерді отандық өндірушілердің өнеркәсіп саласының одағына арналып отыр. Өнеркәсіп саласының одағының өндіріс құру миссиясы, мақсаттары, міндеттері мен оларды іске асыру әдістері туралы алаңымызға бүгін келген қонақтарымыз баяндап беретін болады. Добрый день, уважаемые журналисты! Мы рады приветствовать вас на информационной площадке службы центральных коммуникаций. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена Союзу обрабатывающей промышленности. Это впервые созданное в Казахстане объединение отечественных производителей несырьевой продукции с добавленной стоимостью. И более подробно о миссии, целях, задачах Союза расскажут наши сегодня сегодняшние гости. Разрешите их вам представить. Бүгін алаңымызға келген қонақтарымызды таныстырып өтейін. Өңдеу өнеркәсібі одағының басқарма төрағасы Марат Баққұлов. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Қуаныш Бішімов. Қазақстанның медициналық фармация индустриясы, Қазақстанның фармацевтикалық және медициналық өнімдер өндірушілер ассоциациясының президенті, одақ кеңесінің мүшесі Руслан Султанов. Қазақстан Республикасының жиһаз және ағаш өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары қауымдастығының вице-президенті, одақ кеңесінің мүшесі Игорь Проценко. Сонымен қатар одақтың атқарушы директоры Әділбек Бектібаев. Құрметті қонақтар, алаңымызға қош келдіңіз. Алғаш сөз кезегін Марат Сатыбалдыұлы өзіңізге ұсынамын. Үлкен рахмет. Я хотел просто, у нас есть презентация, поэтому на слайдах небольшие комментарии с ним. Обрабатывающая отрасль как потенциальный генератор продукции с высокой добавленной стоимостью может стать основным драйвером роста промышленности страны. Не случайно именно развитие обрабатывающей промышленности определено президентом Казахстана как обязательное условие вхождения Казахстана в тридцатку самых развитых технологических стран мира. На сегодняшний день Казахстан является единственной страной ВС, которая, начиная с 2010 года, по настоящему времени, обрабатывающий сектор находится хоть в небольшой, но положительной зоне роста. Об этом свидетельствуют показатели членов нашего объединения, которые вы видите на слайде. Полагаем, что в интересах экономики страны необходимо не потерять имеющиеся позиции, закрепить их и развить этот результат. Главный вопрос – зачем нам объединяться? Новая модель экономического развития страны, сфокусирована на достижении устойчивого роста, невозможна без модернизации сектора обрабатывающей промышленности. Для этого необходимо решить о доступе к ключевым факторам, технологиям и финансам. Параллельно необходимо снизить все препятствия на пути к внутреннему и экспортному рынку сбыта готовой продукции, стоящей перед отечественным производителем. При решении этого вопроса Казахстан может выйти на устойчивый рост обрабатывающего сектора, высокой производительности путем использования всех преимуществ нового технологического уклада 4.0. Для чего мы создали Союз? Для решения узких проблем, стоящих именно перед этой отраслью промышленности. Мы готовы обеспечить полную и безусловную поддержку добросовестным, ответственным отечественным производителям. Поддержка заключается в обеспечении условий для их текущей деятельности и дальнейшего развития путем защиты их справедливых требований и интересов, защиты их репутации, создания положительного имиджа в глазах общественности. Обеспечение условий деятельности включает, как мы уже говорили выше, облегчение доступа к трансферту новых технологий, финансов, рынка сбыта готовой продукции. Вы уже заметили оговорку «ответственным производителям». Кого мы относим к этой категории? Во-первых, это компании, не занятые в сферах добычи и производства сырья для последующих переделов, а выпускающие несырьевые товары с высокой добавленной интеллектуальной стоимостью. Во-вторых, это добросовестные налогоплательщики. В-третьих, это компания, создающая добавленную стоимость за счет своих знаний, навыков и умений, инвестирующая в свое дальнейшее развитие и конкурентоспособность. Что мы понимаем под улучшением условий деятельности таких компаний? Во-первых, это обеспечение атмосферы справедливой конкуренции, где выигрывает тот, кто прилагает усилия к развитию своего производства, использует навыки маркетинга, работы с потребителем и общественностью в целом. Во-вторых, этому должен способствовать набор государственных политик, стимулирующих развитие отечественного производства. В-третьих, это безусловная правовая защита на основе понятного справедливого законодательства, определяющего четкие правила игры на рынке. Что именно мы намерены делать и как мы будем достигать поставленных целей? Мы будем активно участвовать в законотворческой и нормативно-правовой деятельности, представляя интересы членов Союза во всех комиссиях и рабочих группах всех уровней, от маслихатов и акиматов до правительства и парламента страны. Также мы будем проводить мониторинг соблюдения прав и интересов членов Союза. Важнейшим направлением нашей деятельности является отстаивание преференций для ответственных отечественных производителей. Наши цели.
Первое – обеспечение доступа к рынку через рациональную защиту внутреннего рынка, развитие и поддержку канала выхода на экспорт. Мы последовательно поддерживаем отечественного производителя и устремление закрепления их позиций на внутреннем рынке и намерение наладить экспортные поставки. Второе – обеспечение доступа к факторам производства. Каким путем? Через беспрепятственный способ доступ к деспециализированной инфраструктуре, СЭЗы, индустриальные технологические парки, доступ к приобретению промышленных площадок, выставленных на приватизацию и прочее. Через новые возможности приобретения новых технологий и оборудования для модернизации собственных производств. Через развитие кластерных инициатив, которые предлагаются правительством, НПП «Атамекен», местными исполнительными органами и другими предпринимательными сообществами в рамках промышленной кооперации. Третье – обеспечение доступа к финансам. Здесь имеется не только новое предложение новых кредитных или иных финансовых ресурсов. Наши предложения по развитию стимулирующего регулирования рынка капитала и повышения доверия к участникам Союза и в целом к отечественному производителю на кредитных рынках. Четвертое – снижение риска в административно-регулированной обрабатывающей отрасли. Мы стремимся избежать избыточного давления регуляторных норм. Соответственно, будем выстраивать конструктивный диалог с органами государственной власти для достижения данной цели. Деятельность Союза сфокусирована именно на потребностях обрабатывающей промышленности, на запросах поступающих предприятий только этого сектора. Мы не ставим задачи выступать именно всего бизнеса в целом, понимая все многообразие и нередко противоречие. Мы готовы решать точно проблемы членов Союза. Но наша цель на долгосрочную перспективу – обеспечить членам Союза условия для создания своих площадок высокотехнологических и экспортно-ориентированных производств. В числе главных партнеров для достижения этой цели мы видим Национальную палату предпринимателей «Атамекен». Полагаем, что консолидировав наши ресурсы, мы сможем совместно достичь поставленных целей. Для участия в законотворческой, нормотворческой работе, для поддержки законодательных инициатив, соответствующих нашим целям, задачам и стремлениям Союза, мы намерены аккредитоваться ключевых министерств и ведомств страны. В число членов Союза входят отраслевые ассоциации, уже аккредитованные в Палате «Атамекен» и несколько предприятий. Чем вызвано такое объединение? Во-первых, необходимы консолидации для совместного и плодотворного достижения поставленных целей. Во-вторых, для обеспечения единственного мнения и общих подходов в деле выстраивания конструктивного диалога с госорганами и национальными институтами развития. Уже сегодня члены Союза принимают активное участие в рабочих группах Мажилиса по рассмотрению законопроектов, которые касаются некоторых вопросов проведения госзакупок, регулирования естественных монополий и гособоронзаказа. То есть круг тем, которые касаются всех без исключения членов Союза. Какими ресурсами мы располагаем? В состав Союза обрабатывающей промышленности входят 6 отраслевых ассоциаций, аккредитованных в Национальной палате «Атамекен». Первое – это объединение юридических ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан. Второе – это объединение юридических лиц «Союз производителей продукции легкой промышленности Республики Казахстан». Третье – объединение юридических лиц «Ассоциация производителей фармацевтических и медицинской продукции Казахстана «Фармединдустрия». Саморегулируемая организация объединения юридических лиц в форме ассоциации «Союз лифтовиков Казахстана». Пятое – объединение юридических лиц Ассоциации упаковщиков Казахстана. Шестое – это объединение юридических лиц Казахстанской ассоциации сахарно-пищевой и обрабатывающей промышленности. Еще 2 предприятия. Как мы уже говорили, Союз объединяет 243 промышленных предприятия с общей численностью работников свыше 20,5 тысяч человек. Общая сумма налогов, уплачен нашими предприятиями за последние 5 лет, превысили более 100 миллиардов тенге. Деятельность Союза абсолютно прозрачна. Для нас нет тем закрытых от СМИ и лидеров мнения. Приглашаем всех к партнерству, конструктивному и открытому обсуждению вопросов, касающихся развития промышленности, обрабатывающей промышленности в Казахстане. Спасибо за внимание. Спасибо большое за выступление. Следующее слово предоставляется Куанышу Ердаулетовичу. Пожалуйста. Құрметті журналистер. Бүгінгі брифингке келіп отырғандарыңызға рахмет. В первую очередь мне хочется поблагодарить за сегодняшнюю организацию брифинга. Значит, сама Национальная палата «Атамекен», вы знаете, ставит для себя основную задачу – это объединение бизнеса. И на сегодняшний день более 141 ассоциаций союзов аккредитованы в «Атамекен». И сегодня идет очень эффективная работа совместно с правительством по развитию в целом бизнеса в стране. Поэтому такое решение Союза обрабатывающей промышленности мы только поддерживаем и в целом всегда придерживались того, чтобы наши ассоциации могли укрупняться, создавать новые союзы и готовы всегда вместе рассматривать конструктивные предложения по развитию той или иной отрасли.
Мы знаем, что только бизнес сам знает внутри свои проблемы, и только бизнес может сегодня эффективно дать эти предложения, и мы готовы предоставить свою площадку для того, чтобы, как спикер сегодня говорил, и в законодательной работе, и в изменениях НПА, касающихся деятельности бизнеса, других, значит, ввиду участия в других консультативно-совещательных органах, то есть мы готовы вместе эффективно, конструктивно решать эти вопросы для того, чтобы именно обрабатывающая отрасль у нас сегодня могла занять ведущие позиции. Вы знаете, что сегодня в государстве в этом направлении очень много внимания уделяется. Отрасль в целом за последние 5 лет демонстрирует рост, это порядка 29%. И надо сказать, но жизнь не стоит на месте, поэтому те предложения конструктивные, как мы уже сказали, эффективные, мы готовы выслушивать и дальше проводить совместную работу. Тем более, что те изменения, которые сегодня в законодательные акты вносятся, они практически все проходят экспертизу именно в Национальной палате Атамекен. Так вот за последние 5 лет в палату поступило более 20 тысяч проектов нормативно-правовых актов, которые давали экспертизы все наши ассоциации, которые аккредитованы в Национальной палате Атамекен. И должен сказать, что порядка 73% значит, в этих всех изменениях были приняты предложения и замечания нашего бизнес-сообщества. Поэтому в этом направлении мы готовы совместно работать и поддерживать. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы переходим к вопросам. Пожалуйста. Добрый день, Гульмира Сарбасова, Международное информационное агентство «Казинформ». Хотелось бы узнать, какой консолидированный налог с дохода за последние 5 лет составил 100 миллиардов тенге. Хотелось бы узнать, какой прогноз на вливание в казну будут в связи с объединением в профильный союз. И второй вопрос, какие законопроекты будут инициированы союзом уже на начальном этапе. Спасибо. Давайте я отвечу на первый вопрос. На самом деле, априори, сами предприятия, заводы, которые занимаются производством, они являются добросовестными налогоплательщиками. Естественно, вся ситуация по налогам, если говорить, 2 года назад у нас было небольшое падение, можно посмотреть по любому предприятию. Я думаю, и в этом году, скажем, если говорить по некоторым предприятиям, у нас они довольно активно увеличивают свой рост, потому что, если говорить о самом крупном предприятии, это «Алагеум», компания «Алагеум», сейчас они строят новый завод, и они предполагают увеличение на 40% своего производства. Естественно, налоги будут увеличиваться. По поводу законодательства, я думаю, Адильбек, Аиль, вы? По поводу законодательства. Значит, на сегодняшний день, как я уже сказал, нормативно-правовые акты проходят экспертизу непосредственно в Национальной палате с выражением мнения всего бизнес-сообщества. Вот сегодня в парламенте находится несколько законопроектов. Это закон о гособоронзаказе, в котором, естественно, заинтересованы наше бизнес-сообщество и обрабатывающая промышленность. Это машиностроение, другие направления. То есть мы конструктивно туда вносим свои изменения, свои предложения в части того, чтобы, скажем так, дать толчок развитию нашей обрабатывающей промышленности. Это и увеличение сроков контрактов, долгосрочных контрактов, это и вопросы предоплат, увеличение сумм для того, чтобы, вы знаете, что обрабатывающая промышленность, она всегда нуждается в оборотных средствах, да, то есть мы все это на законодательном уровне сегодня прописываем. Есть вопросы установления четкого порядка рентабельности этих предприятий обрабатывающей промышленности и так далее, то есть эти вопросы решаются. Сегодня в Мажилисе находится проект закона о госзакупках, то есть изменения. В этом законопроекте мы также предусматриваем ряд мероприятий. И должен сказать, что порядка 30 предложений мы вносили от палаты, 16 приняты, они сегодня разрабатываются. То есть сегодня в рамках рабочих групп, а в рабочих группах представлены представители всех ассоциаций, в том числе, как сказал спикер, будут представлены от Союза обрабатывающей промышленности. То есть мы там также в рабочем порядке вносим наши предложения. И именно все предложения касаются прежде всего, чтобы облегчить и сделать более транспарентными эти закупки, сделать так, чтобы наш отечественный товаропроизводитель, естественно, был в приоритете, был конкурентен, ну и имел возможность дальше в целом развиваться, то есть вкладывать
свои деньги в дальнейшие инвестиционные проекты, для того, чтобы на месте не стоять, а именно выпускать, как мы говорим, высокотехнологичную конкурентоспособную продукцию. Спасибо. Можно я еще добавлю? Чтобы не сложилось впечатление, что у нас отечественный производитель живет только вокруг госзакупок и закупок квазигосударственного сектора, я еще хотел бы добавить, что мы в этих группах всех участвуем, но сейчас, например, разрабатывается закон, заканчивается работа над законом о стандартизации, это уже вопрос технического регулирования. В том числе, вы понимаете, что мы сейчас находимся в ВТО и АЭС, и все вопросы в ВТО и АЭС, поэтому, с одной стороны, как бы это угрозы, с другой стороны, это возможности. Поэтому вопросы нетарифной защиты рынка, который инициирует во всем мире, на самом деле, сами производители, мы этим вопросами тоже дальше будем заниматься. Потому что закон стандартизации, он как бы прошел все возможные этапы, были споры, и, честно говоря, мы с Национальной палаты пришли, некоторые поправки исходили от нас и Национальной палаты предпринимателей. Я думаю, вот вопросы технического регулирования, это и будет тоже основной как бы дальнейшей работой. Потому что дальше уже работа идет на подзаконные акты. Естественно, мы за этим процессом внимательно сидим и участвуем. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, следующий вопрос. Добрый день, Бекижан Шалбаев, Атамекен Бизнес-канал. У меня вопрос к Руслану Сериковичу. В феврале этого года портал Energy Prom опубликовал исследование, посвященное фармацевтической отрасли нашей страны. И они указали, что в прошлом году общая сумма выпущенных фармацевтических продуктов составила более 73 миллиардов тенге. В абсолютном выражении 32 тысячи тонн, рост составил почти 80%. В то же время они отмечают, что в Казахстане практически не производятся витамины и их производные. Скажите, пожалуйста, с чем связан такой бурный рост в прошлом году фармацевтической отрасли и почему в Казахстане не производят витамины? Спасибо. Спасибо. Да, в прошлом году фармацевтическая отрасль дала значительный рост. На 73% вырос объем в стоимостных эквивалентах. И, в принципе, здесь основная заслуга, нужно это признавать, это рост государственного закупа через СК «Фармация», который порядка 35 миллиардов тенге был осуществлен в прошлом году. Соответственно, это дало большой старт для нового такого импульса развития отрасли. Говорить о том, что там производите витамины и так далее, это все будет зависеть от спроса, от нашего рынка. И я думаю, что очень важный акцент в рамках деятельности Союза обрабатывающей промышленности делается именно как раз на экспорте. То есть мы объединяемся для того, чтобы совместно прорабатывать вопросы выхода на внешние рынки, чтобы выстраивать эту цепь именно государственной поддержки, как она будет работать, и чтобы совместными усилиями вместе выходить на внешние рынки. Когда у нас будет хорошо выстроенная система экспорта, ориентирована на конкретные результаты, именно с точки зрения как бизнеса, так и государства, тогда мы сможем и развивать те продукты, которые сегодня мы не производим, в том числе и витамины. В принципе, отдельные проекты у нас имеются, рассматриваются инвестпроекты, но для этого всегда нужны рынки в первую очередь. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Лаура Амантаева, Казинформ. У меня вопрос Марату Табалдиевичу. Вот на ваш взгляд, что мешает вот нашей легкой промышленности конкурировать с производителями из других стран? Спасибо. Ну, вообще было бы прекрасно, если бы ответила ассоциация легкой промышленности, но я сказал бы так. На самом деле, мы когда говорим в общем о промышленности, нужно понимать, когда все-таки она зародилась. У нас последние 10 лет большинство предприятий возраст не старше 10 лет. Если говорить о предприятиях, которые просто удачно пережили 90-е годы, естественно, только на стадии развития. Естественно, большинство, вы понимаете, что легкая промышленность, говорить о том, что она самая трудоемкая. То есть это на самом деле не занято большое количество людей. Поэтому основной упор мы тоже делаем на легкую промышленность. Если говорить сейчас о нашем члене ассоциации легкой промышленности, например, очень хорошо, вот почему очень такое внимание на, скажем, гособоронзаказ. Вот есть хороший пример работы, когда получили конкретный заказ, у нас несколько предприятий, особенно компания «Ютари», например, которая работала с недропользователем, сейчас переключилась на оборону. Естественно, это проблемы роста. А с другой стороны, у нас, я не могу говорить сейчас немножко детально о всей легкой промышленности. Вы понимаете, что у нас, например, соседи Кыргызстане тоже, на самом деле, 10 лет ничего, практически ничего не было. Естественно, это периоды роста. Поддержка от государства есть, ну, конечно, не хотелось бы зацикливаться. У нас очень много предприятий, которые уже работают и, в принципе, в рынке. Уже появляются новые бренды. Естественно, это же потребитель выбирает. Естественно, потребитель должен быть готов.
Когда мы говорим о производстве, любое предприятие, которое начинало свое, было доказать очень тяжело прийти к бренду, и узнаваемости, признанию, потому что у нас все равно, у нас нет там 50-100 лет истории развития промышленности как таковой. Естественно, любой потребитель выбирает то, что как бы на слуху и является брендом. Поэтому, я думаю, только начало. А главная поддержка, она есть, а со стороны государства есть. Естественно, у вас многие материалы пока здесь не производятся. Уже вот в Чимкенте начали уже выпускать там ткани какие-то. Но, естественно, там многие предприятия зависимы от импорта. Но уже это начало. Вы же сами знаете, если в любой магазин сходить, уже узнаваемый. Например, у нас там... Мы, когда два года назад очень хорошо вышел бренд «Glassman», мы уже его видим, и, в принципе, я вот сам как потребитель выбираю костюмы, ну, естественно, там и итальянское, но уже присматриваемся и к нашему отечеству. Мы его уже как воспринимаем как нормальный бренд, ну, это уже долго. Спасибо большое. Можно добавить, да? Вот в этом плане очень показательна государственная поддержка. Вот консорциум «Жасампас» у нас сегодня есть, то есть который на 5 лет заключил долгосрочный договор по поставке вещевого имущества для Министерства обороны. Здесь вопрос какой? В том, что именно кластер объединил, закольцевал технологическую цепочку, вот, то есть выращивание хлопка, производство материалов и доведение его непосредственно до фабрики, то есть производство конкретного продукта. Да? То есть на базе этого предприятие видит, что 5 лет есть перспектива, есть возможность вкладывать дальше деньги, инвестировать, чтобы номенклатуру свою в части производства тканей увеличить. Спикер сказал, что есть определенные виды тканей, которые сегодня мы уже делаем. То есть, а далее стоит вопрос о развитии в целом, то есть производство трикотажа. Да? То есть, когда бизнес видит, что есть долгосрочные контракты, есть перспектива, он готов вкладываться. И в этом плане консорциум тоже взял на себя обязательства. То есть в течение 5 лет вложить 6 миллиардов тенге для того, чтобы эту цепочку еще раз углубить и сделать достаточно продукт высокой добавленной стоимости. В этом, я считаю, основная сегодня задача должна быть непосредственно и у Союза, и у нас, от Атамекена, чтобы мы могли от сырья и до конечного продукта вместе развить этот продукт. То есть вот в этом плане. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Даниил Сериков, портал Атамекен Бизнес Channel. Я хотел бы спросить, вот, задать два вопроса. Первый вопрос, он связан с тем, за чей счет будет содержаться Союз. В целом это будет членский взнос или это будут крупные предприятия-спонсоры, например, Алагелма Электрик или Алматинский вентиляторный завод. И второй вопрос связан со снижением курса рубля. В России, где вы говорите о том, что сейчас собираетесь, намереваетесь работать больше с экспортом, мы знаем, что Алагеум Электрик, по-моему, 80% своей продукции поставляет в Россию, то же самое с Алматинским вентиляторным заводом. Как вы вообще прогнозируете, будет ли падать как бы, ваши продажи именно в России? Спасибо. Давайте я отвечу, потому что я сам являюсь руководителем Алматинского вентиляторного завода и очень знаю хорошие вопросы по Алагеуму. Ну, во-первых, по поводу членских взносов. У нас нет понятия членских взносов. На самом деле, по большому счету, вот у нас все, кто здесь сидит, члены правления, они являются сотрудниками данного союза. У меня задача там была, то есть для поддержания у нас есть и спонсорские поддержки, там от предприятий оказывают. На самом деле, большинство из нас здесь участвуют, ну, мы сами работаем как бы бесплатно в этом союзе. Естественно, это наши интересы, потому что задача решить конкретные вопросы для предприятий. По поводу курса рубля. На самом деле, пока мы, паритет есть небольшой. Понятно, что у нас там сейчас просел примерно на 10-12%. Естественно, до этого было немножко, он для нас был довольно бархатный, комфортный курс, то есть 5,7-5,8 мы довольно хорошо выигрывали. Но в любом случае, у любого производства есть свои запасы, запасы прочности по поводу вот этой курсовой разницы. Потому что в любом случае, если говорить там о продукции наших конкурентов в России, скажем, местных производителей. Они также частично зависят от их курса доллара в том числе. У нас, например, некоторые продукты, если говорить о вентиляторах, например, электродвигатели, частично только производятся в России, в основном делаются за рубежом. Естественно, изменение цен, она, в принципе, пока до 5, курс до 5, мы довольны. Для нас самый большой ужас был 2 года назад. Вот когда говорили про налоги, у нас у всех упали и продажи, и налоги, и в том числе отчисления, потому что курс был 2 к 1, мы фактически... В этот момент чуть вся обрабатывающая промышленность чуть не рухнула. А естественно, сейчас пока коридор довольно терпимый. И экспорт будет, потому что, по сути,
Понимаете, говорить о рынке, у нас рынок 17 миллионов населения, по сути. Поэтому любое предприятие, выходя на определенный уровень, мы уже перестаем вмещаться в те производственные мощности, довольно становятся избыточными. Естественно, охватить 100% рынок никакое предприятие не может. На законы маркетинга никто не отменял. А естественно, мы будем расти в сторону России. Например, если я говорю, ну вот 85% вы сказали, у кентавского трансформатора, у уральского трансформатора, подразделения кентавского трансформатора, называют уральский, 95% экспорт в Россию. Пока чувствует нормально. То есть, по сути, рынок, он все равно, емкость его в России намного выше. Вот, в принципе, пока вот этот курс, то сейчас 5, мы внимательно каждый день отслеживаем курс, пока терпимо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Келесі сұрақ. Назерке Абдрахманқызы, Хабар 24 телеарнасы. Осы одаққа қосылғысы келетін кәсіпкерлер қанша жарна төлеуі тиіс? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Әрине, одақтың құрылғаны бір айдан енді асты. Қандай да бір нәтиже туралы айту ертерек шығар, бірақ дегенмен де өндеуші өнеркәсіп саласындағы проблемалар бар шығар, қандай да бір проблемалар. Соны шешуде жоспарларыңыз қандай? Мүмкіндік болса, мемлекеттік тілде жауап берсеңіздер. Рахмет. Үлкен рахмет сұраққа. Алдынғы мен жауап бергенде айтып едім, бізде ассоциация, біздің одағымыз тек қана ассоциация арқылы, бізде тек қана ассоциация кіреді. Қазір осы бір ай бастаған екі предприятие бізге кіріп тұр, бірақ ары қарай ассоциация қосылады олар. Бізде предприятие тұрақты кіру мүмкіндігі жоқ бізге одағымызға, себебі біз тек қана ассоциациямен жұмыс істейміз. Қазіргі екінші сұрағымыз, Адеке, я проблемалар сіз жауап бересіз ба, или мен өзі айта беремін? Қазіргі мысалы, Адеке, жоқ. Ну, бүгінге қарағанда көбісінде қазір үкімет товар жұмыс қызмет сатып алушылардың ережелері, сосын жер пайдаланушылардың ережелері сатып алатын жағынан көбісінде өте қиын біздің қатысу өте қиын, өйткені көбісінде ережелерді сатып алатын жағынан заказчиктар ережелерді бұзып басқа адамлардан сатып алады, қайсысы ұнайды солардан алады. Содан кейін көбісінде қазір сол ережелерге өзгерістерді кіргізу үшін сол жұмыспен айналысамыз, а былайынша тағы да сонда ережелерді бұзу жағынан бізге хабар тиісе, біз мемлекет органдарымен сол жұмысты шешуге тырмысамыз. Рахмет. Көп рахмет. Пожалуйста, следующий вопрос. Казахстанская правда, Александр Власов. Какие преференции, по вашему мнению, нужно принять в ближайшее время для развития успешного развития промышленности отечественной? И также, какие направления отечественной промышленности, по вашему мнению, сейчас наиболее перспективны? Спасибо. Давайте я отвечу. На самом деле, спасибо за вопрос. Мы не говорим сейчас о преференции. Вот когда мы заявляли о своей миссии и целях, мы говорили о разумной защите рынка. Естественно, страна вступив в ВТО и ЕС, мы приняли общие правила игры. С другой стороны, мы получили возможности, но с другой стороны, получили и проблемы. А проблемы, естественно, большинство предприятий не было готовы там, играть в новые правила игры. Скажем, если говорить о проблемах, техническое регулирование компетенции не все до конца мы используем, возможности имеем. На самом деле, преференции как таковые отечественные производители не просят в принципе. Мы говорим, дайте нам правила игры, правильные для всех, по сути. Потому что есть вопрос, у нас частично кто-то работает, ну, естественно, самым большим заказчиком нашей стране является государство. Большинство предприятий, это, если скажу, 70% ориентированы именно на госзакупки, закупки квазигосударственного сектора. Но там очень часто происходят изменения правил закупок. Естественно, тяжело в этих изменяющихся постоянно законодательство. Почему мы именно упоры сделали? Мы вот уже почти полгода участвуем в разработке, в том числе и закона о госзакупках.
И в том числе говорим, что нужны, необходимо внедрение в госзакупки стандартов, потому что на самом деле вопрос цены, вот вы понимаете, как можно конкурировать, если интересует только цена, имеет основное значение, а вопросы качества, при этом же от отечественного производителя он априори, он сам по себе должен выполнять, держать высокую планку. Вот, например, у нас деревообрабатывающая промышленность, мебельщиков есть проблемы. То есть мебель сама по себе, это рознь, она имеет различное, имеет качество, естественно, она зависит от того использованного материала. То есть, если, например, говорить о, вот я, может быть, Игорь вам передам, вот вопросы стандартизации вы лучше ответили бы. Да? Спасибо. Но здесь больше, конечно, разговор идет о том, что есть законные способы обеспечения приоритета отечественного товаропроизводителя. И ни о каких преференциях, ни о каких дотациях мы вопрос не ставим. Мы больше ставим вопрос о том, что должны быть какие-то разумные правила игры, и где помимо того, что государство дает какие-то определенные льготы, определенные послабления, взамен вправе требовать что-то взамен. Вот. В частности, для этого мы особо выделили в презентации определение «ответственный товаропроизводитель». То есть в нашем понимании, ну и я думаю, что в общем понимании, ответственный товаропроизводитель – это предприятие, обеспечивающее рабочими местами, платящее какую-то там определенную налоговую нагрузку и готовое реинвестировать в производство в дальнейшем. Вот. И в разговоре о том, что мы можем дать взамен, мы можем говорить о том, что в какой-то определенный период времени мы готовы увеличить локализацию, глубину переработки. В данном случае, если мы говорим про мебельное деревообрабатывающее предприятие, то это про нас. Мы можем взять какую-то ответственность, взять какое-то обязательство взамен на разумные протекционистские меры со стороны правительства. И в данном случае вот наш союз, он берет на себя обязательства по обеспечению полной безусловной поддержки отечественного товаропроизводителя при условии, что товаропроизводитель будет давать что-то взамен. Можно добавить, да? Да. Вот, вы, наверное, видите, что происходит сегодня в мире, да? То есть взять США, то есть закрывает свой рынок, взять Россию, программа импортозамещения. Поэтому мы считаем, что совместно с бизнесом и палата, вот мы проводили анкетирование наших предприятий, именно обрабатывающий сектор, отрасль, то есть 1500 предприятий мы прошли по регионам. И мы только вот на примере, если взять машиностроение и пищевую промышленность, да, внутренний спрос практически закрывается 63% импортом. То есть поле деятельности очень большое. То есть мы сегодня в целом говорим о том, что необходимо все-таки субсидировать, необходимо, наверное, снижать налоги, предоставлять какие-то льготы, преференции, меры нетарифного регулирования, как вот введение там национальных стандартов в закупках, да, то есть то, что будет производиться собственными производителями, оно производилось по национальным стандартам. То есть есть обязательства наших недропользователей и так далее, и так далее. Вот эти системные меры мы хотим все-таки сделать так, чтобы развивать внутреннее производство, собственное производство. И в этом направлении мы будем работать, предлагать, но при этом мы говорим, что бизнес тоже должен брать свои обязательства в части инвестирования. То есть бизнес должен быть ответственен за те льготы, за те деньги, за те преференции, которые государство ему предоставляет. Соответственно, бизнес должен сказать, что он взрастил новое производство высокотехнологичное, что мы сегодня на рынке импорта заместили ту или иную продукцию, которая действительно большими потоками сегодня в Казахстан завозится. И эту работу мы намерены совместно с правительством работать, продолжать. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, подводя итоги нашей пресс-конференции, необходимо отметить, что на сегодняшний день Казахстан является единственной страной в ЕАЭС, в которой, начиная с 2010 года по настоящее время, обрабатывающий сектор остается в положительной зоне роста. И мы понимаем, что данный результат необходимо закрепить и развить. Именно с этой целью был создан Союз обрабатывающей промышленности. Также вместе с этим необходимо отметить, что созданный Союз
объединяет 243 промышленных предприятия с общей численностью работников свыше 20,5 тысяч человек. А если говорить о налоговых поступлениях, как было уже отмечено коллегой, общая сумма налогов, уплаченных предприятиями за последние 5 лет, превысила 100 миллиардов тенге. Уважаемые гости, мы благодарим вас за предоставленную информацию. Уважаемые коллеги, спасибо большое за активное участие. Осумен баспасөз маслихатымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.